Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Подскажите, кем работает ваш папа? И снова он проснулась чуточку мне. Увидел рюкзак и опять на столе. Консервы, тушенка, картошка и хлеб. Мой папа на вахту собрал на обед. И сумка большая стоит на полу. Там вещи, спецовка, ботинки в углу. Он снова собрался, шепнула нам мама. Межвахта прошла, ее как не бывало. Мы не успели с тобой наиграться. Газпром вас зовет, но надо держаться. Ведь кто-то же должен и в стужу, и в зной тянуть эти трубы одну за одной. По ним наши школы, сады и дома. Приходит тепло, уют и мечта, что скоро мы станем такими, как вы. Нам с гордостью скажут вахтовики.